Hey, всем привет, друзья, меня зовут Роман, это канал Орел Гризли, и мы сегодня продолжаем, точнее начинаем, что я, блядь, говорю, кого мы продолжаем? Мы сегодня продолжаем вести канал, но начинаем новую игру, так называемая Bomb Rush Cyberpunk, новая игра. Не знаю, чисто на тест, походу, ее возьмем, ну, чисто так разок, может быть, два максимум покатаем. Посмотрим, игра по отзывам в Стиме. Больше 95% положительных отзывов, то есть она всем понравилась, на удивление. Сейчас расскажу, почему на удивление. Короче, больше 95% положительных отзывов. Уже игре 5 дней, то есть 5 дней назад она вышла, но при этом уже больше 4, ну около 4000 отзывов, комментариев, то есть по ней. Вот, сразу, первым делом самолеты. Мы делаем настроечки. Настроечки заходим, наш звук. Надо посмотреть вообще, что по звуку. Графика, сейчас тебе покажу, что по графике. Так, общая громкость сразу. Вот так вот ебанем. Думаю, да, вот так вот нормально будет. Графика, смотри, сразу заходим, сразу. Понятно, что у меня новая видеокарта. Сразу качество ультра автоматом стоит. Сразу просто, максимально. Все на ультрах, все на максимум. Заебись. Просто охуенно. Идем, что делать? Идем тестировать игру. Я уже ее запустил, ну чисто посмотреть вообще, как она вообще, типа, играбельна, нет. Удалим, я где-то минуты 3 походил, пока нихуя не понял. Ну, давай будем понимать вместе. Поехали. Так, полиса, буря, ау. Ау, ау, ау. Борис, полис, как бы, бай, ау, ау. Стрим недавно меня спрашивают, где стрим? Стрим, к сожалению, не смогу, потому что я, блядь, в рабстве нахожусь на работе. Я нахожусь в рабстве. Поэтому я не управляю своей жизнью. А ей управляет моя работа. Поэтому иногда я не успеваю делать стримы. Даже при всем желании. Вот. Поэтому извиняюсь, стримы скоро будут. А, кстати, стримы. После этой игры будет прохождение игры Baldur's Gate 3. Тоже просили, охуенная игра. Baldur's Gate 3 тоже в супер охуенном качестве, в супер пизда там вообще всем. А? Такой. Спаки, жмякаем. Так, мы сидим, что? Мы в тюрьме сидим, чилим, как бы рассказываем про Baldur's Gate. Куда нам торопиться? Правильно. Baldur's Gate 3, говорю, будет скоро, поэтому как бы подписывайся на канал, поехали. Сейчас будем проходить эту игру, потом Baldur's Gate 3. Уже следующая игра выйдет, она, прохождение. Я ее уже скачал, ебать там, прикинь, нахуй, ебануться, туфли гнуться. 100 гигов она весит, я вахуй, Вася. Вахуй просто. 100 гигов, Саня, ёб твою мать, нахуй. Ты шо, ебанутый, че шо? Я, ля, какой модный, ля, модный поцик, тупо. Ля, сука. Антенны, нахуй. С Нептуна, бля, принимает сигнал напрямую. Я его рот. И что происходит? Да ебать, графен, конечно, срет. 2023 год, салам алейкум, как она? Не, я понимаю, что стилистика такая. Я понимаю, что такой стиль существует. Но все равно, бля, вот эту хуйню видишь, бля. Ну я бы сказал, что 96 года игра. Ну ладно, максимум 2002, блядь. Ну, сука, ну не 2023. Ну ёб твою мать. Мы на Марс уже, бля, 5 раз слетали в натуре. Он тут локаторами с Нептуна принимает сигнал, а тут, бля, такая графика. Серьезно? Ты-то как за решеткой оказался, красавчик? О, ля-ля-ля-ля, красавчик, ебать. Что? Кто? К кому ты обращаешься? Что в смысле? Кто красавчик? Я красавчик! Пошел нахуй. Я вот тут посижу, да? Не похож ты на преступника. Хотя, может, пригодишься еще? Так, ебать, такой. Надо. Да, в тюрьме сейчас он по-быстренькому так вскроет отмычечкой, да? Двери, конечно, блядь. В тюрьме такие замки, что ты, бля, хуй вскроешь его. Ну там, типа, блядь, ты просто так не пройдешь, так не вскроешь. Какой-то хуйнюшкой. План? Какой план? Так, какие-то комбо. Тут, кстати, за какие-то движения, как я понял. Это что-то игра вроде про танцы, вроде бы. Или про паркур, хуй поймешь. Да, ебать, дверь, прикинь, выпилили. Охуеть можно. Это игра вроде про паркур. А можно, смотри, хуеси. Комфортабельность, бля, ебать, комфортабельная внутри камеры, посмотри. Пиздец. Вентиляция есть, прикинь, да, скамейка есть. Пол, непонятно, из чего сделан. Ну, как говорится, похуй.
Игра вроде бы про какие-то паркур, то ли танцы, то ли хуй пойми, бля, хуй просышь, как говорится. Я тут что-то, блядь, первые 3 минуты тут катысти, бля, ебашу все кнопки нахуй на клавиатуре, смотри, бля, ебашу просто, что только в путь, как говорится. S, C, B, блядь, A, G, F, все ебашу, он, сука, одно и то же делает. Я хуй пойму. Вот какие-то движения, что-то, какие-то комбо набивать, я не понимаю пока что. О, что я тебе нажал? D, ой, подожди, F. F. Опа! О! Все, превьюшка погнала. Превьюшка чи нет? Мне какое-то хуевое освещение, подожди. Где-то вот. О! Во-во-во, заебись, во-во. Во-во-во-во, нормально, заебись. Так, подожди. F. Сейчас превьюшка будет. Во, долбоебик нахуй прыгает. Как говорится, последние 2 минуты перед отправкой в дурдом. Вот именно вот так они выглядят у пациентов. Пиздец, блядь. Еба отбитый нахуй на всю голову. Пиздец, блядь. Вообще ебанутый. Короче, вот эту хуйню он тут выплясывает, отплясывает в натуре. Я не понял, пока что то комбо, то без комбо, непонятно, что происходит. Я жму все кнопки подряд. Как в Mortal Kombat, как в Mortal Kombat вернулись, третий. Приглядывает за нами кто-то, похоже. Приглядывает. Легавый себе места не находит, вон. Ну, наверное, потому что вы дыру, блядь, в крыше сделали, ебать, или что это, блядь? Метеоритный дождь, что это такое было? Чем вы такую, блядь, бетонную конструкцию выломали? Что вы тогда, блядь, метеорит в натуре упал? Как? 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 Посмотри, вырвана металлическая конструкция. То есть крыша, смотри, арматура, она же не торчит в пластике, правильно? Арматура, если есть, значит, там есть бетон. То есть крыша бетонная, да? Сразу докапываемся. Как ты, блядь, в бетонной крыше вот такую, ебать, дыре сделал? Ты в натуре там Халка разозлил на ней или что, блядь? Или там Капитан Марвел ебанула со всей силы по ней? Как просто? Как? Как ты выломал? Посмотри толщину. Там метр толщина, Вася. Метр бетона армированного. Ты что, ебанутый нахуй? Ты в натуре супер, бля, супергерой? Чё шо, бля, Хоумлендер сбежавший? Или Супермен? Надо линять, пока можем. Хоть один из нас, да, выберется. Бля, пиздец, прикинь, левого чувака вот нашел, сразу с ним уже закорешился, типа, ебать, либо ты, либо я. Бля, пиздец, дружбам просто навеки. Меня Трайс зовут, кстати. Я Фокс. Кого, блядь? Кого? Не понял. Погоди, тот самый Фокс? Тот самый долбоеб, который отплясывает в полицейском участке? Хрена себе, ладно. Бля, охуенные диалоги. Охуенные. Не отставай, я дорогу знаю. Хорошо. Зато я не знаю. Бля, ебать пим-пом. Пим-пом. О. О, долбоебик отплясывает. За ним уже спецназ летит, а он, блядь, тут отплясывает. Я его рот. Так. Бляха-муха, что? Я не понял. Че, он был пробел? А, надо было с ним поболтать. Ёп, ты говоришь. Йоу. Вот, держи, снаряга попалась по пути. Да, чисто по пути. Никто не предвещал беды, и тут по пути, на тебе рюкзак. Да прыгни сюда на турборанце, ебать. Нажми прыжок, чтобы выполнить рывок, главное не торопиться. Охуеть, блядь, турборанец. А! Бля, ну почти. Почти, почти, было близко, близко, близко. Оу, йоу, фак йоу. Фак йоу. Ай, хорош, сука. Как в контре, в последнюю секунду надо контрол жать или этот... ну, короче, ты понял, в тайминге надо, короче, попадать как в контре. Чтобы нормально залезть на какую-то высотку, например, высотная, типа, коробка большая, например, надо прям в тайминг контрол нажать, чтобы ты на нее сел. Ох, ебать. Дальше что? Опа. Все, да. Не отвалился еще? Кто, писюн или иранец? Я тебя вытащил, пора и должок вернуть. Да ты охуел, куда ты меня вытащил? Мы в том же здании, дядя. Куда ты меня вытащил? Типа про то, что он с камерами вытащил? Ну хуй знает. Ну-ка забомби вон ту стенку от моей команды. Пусть все знают, с кем умеет дело. Бомбраш Крю, наше название. Нажми ей, все будет.
Ебать, прям все будет, вот ты уточнял уж такие моменты, знаешь. Точно пиздишь конкретно. Вообще все прям будет или конкретно. Бля, ебать, суперхиро, ес. Фух, ебаляха-муха. Справился, красавчик, знай наших. Кого конкретно из вас? А теперь валим, пока они нас не спалили. Блять, смотри, уточняй, будет прям все-все или конкретно картинка будет? А то сейчас нажму Е, там нихуя не будет. Че, закрываемся, может быть, нет? За нами как погоня или мне показалось? Ебать, я шахту одной ногой выбил. Долбоёб, блядь, все нахуй. В краске испачкает. На туре додик. Йо, вассап! Вассап, бро! Забери сюда слайдом, нажав Ctrl. Ебать, что, не доверяешь мне? Бля, прикинь, охуенный слайд, когда ты на резиновом полу. Это про резиновый пол, я тебе напоминаю. А там железная... Вот это конч, конечно. По железной... Ну, как бы... Не знаю, там маслом обмазаться, как ты? Ну я хуй знает, конечно, братишка. Такое себе сомнительно. Как это вообще возможно? О-о-о! Цешо. О, коньки, ебать. Эй, я тут! Кто ты? Как туда забрался, Спайдермен? Что так долго-то? Хватай, ролики пригодятся. Увидимся на финише. Бля, ролики тут повесили, слушай. Используй кью, чтобы переключаться между ходьбой и ездой. А хоть как он их переключает? Типа ударить как-то надо ногами? А, ебать, тут... А, я, кстати, видел такие. Такие тапки реально есть, которые... Там нажимаешь на них что-то и выходят ролики. Да, вот типа прям... Да, прям вот так. Бля, ебать, он хуярит, как призрачный гонщик. Вау, вот это уже интересно. На роликах я давно, кстати, катался. Никогда. Не, ладно, давно, очень лет 10 назад я катался на роликах. Бля, вот тут мне прям нравится, смотри как. Хуяк. О, вот погнали. Оу. Фак-хоу. Подожди, я еще хочу. Бля, по кайфу, слушай, на роликах прям по кайфу. Вот это реально вот мне нравится. Вот прям, бля, сидишь, чилишь чисто. Куда, зачем нам вообще дальше? Зачем нам дальше ехать, я не понял, объясни мне. Зачем я, мне и тут хорошо. Сидишь, катаешься, заебись, прыгаешь, бля, прыг, скок, нахуй. Может, пиздец очки вот так зарабатывать, просто одно и то же нажимаешь. Пиу, 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 бля, ебать, его штырит в натуре. Обдолбался додик и хуярь на своих самокатах. Блин, жопа какого-то у девушки, это реально заявляю. Это девушка или парень вообще? Ну, как по имени вроде парень, да? Вот зачем мне реально куда-то дальше ехать? Мне и тут заебись. Давай всю игру так будет просто 40 минут будет так ебашить. Мне, в принципе, норм, чё. Бля, заебись, нормальная игра. А по стенке можешь хуярить, нет? Не, пока, наверное, не умеет. Но, скорее всего, я думаю, потом по стенке тоже будет. Не, на роликах намного лучше. Нахуй мне эти пешки ваши, так сказать, называемые. Пешкодралом. Хуета. О, еще. О. А-а. Вот так прям. Короче, ладно. Давай попробуем дальше пройти. Что может... Что нас еще... Чем еще игра нас может удивить? Что может быть еще лучше, чем просто тупо кататься на роликах? Да ебтить, блядь, колотить нахуй. За счет стену, сука, пачкаешь, додик, блядь. Ёбаный твой рот. Это что такое? Цешо. Отлично. Прихватим раз тут уж. Эти турбозаряды служат топливом для ваших турборанцев, для наших.
Зажми спаки, чтобы ускориться, поймешь, о чем я. Пойму, да. Да бля, ляха-муха. Спуки! Не, ну погнали. Хуля, бля, я первый должен был быть. Но он с меня остановил. Сними ролики, нажав Q, хорошо. Иначе мы тут не пролезем. Тык-тык. А, еще что ли? Тазаш. Тазаш! Да ебать, мы уже все. Салам алейкум, мартуха. Оп, погнали нахуй. О, ебля. Куда ж ты летишь? А, и тут... Ты хочешь, чтобы конференц-зал засрал этим говном? Серьезно? Зачем оно мне надо? Пиздец, долбоеб нахуй. Испортил, блядь, конференц-зал, уебище. Зачем ты это делаешь? Бездарь нахуй. Ха! О, блядь, чисто типичный долбоеб. О, блядь. Вот оно нахуй, поколение будущее. Знакомьтесь. Уебище. Чисто долбоеб, блядь. Я бы как дал чапалаха нахуй, что он, блядь, он туда улетел. Через три окна. Чисто царского леща, он, блядь, справа. Справа хук, блядь. Въебать ему, чтоб башка нахуй отвалилась. Пиздец, прикинь, долбоеб взял, испачкал, блядь, целую доску зачем-то. То есть все это, эту доску выкидывать, она не отмоется уже. Говно, блядь, понамазал. Еще и тут испачкал что-то на полу. Это вообще пиздец, еще и на стену немножко. Да, вахуй просто. Мы за кого-то вандала, получается, играем. То есть вандал. Он мало того, что из полицейского участка сбежал, то есть его за что-то посадили. Он что-то нарушил до этого. Плюс он еще в участке дохуя. Он сломал бетонный потолок, да? Он еще, сука, и попутно гадит, падла. Давай ему нахуй ноги сломаем с 10 этажа. Мне похуй, я прыгаю. Мне похуй, сломали, куда я прыгаю. Мне вообще поебать. Я буду с любого, если ты прыгаешь. Он себе нахуй ноги переломал просто, блядь. Больше никогда в жизни не ходил никуда. Чтобы у него ходить, это ассоциировалось с болью. Будем его трессировать, что боль это ходьба, а ходьба это боль. Так, давай, долбоебик. Поехали, блядь, разбиваться нахуй. Во все тяжкие, опа, нахуй. Опа, долбоящер. Ебучий, опа, нахуй. Сюда, хорош. Вот типичный уебан. Бездарный. А! Ах ты, бляха-муха. Я понял, я понял. Опа, нахуй, оп, оп, оп. Ебать, я конченый, он должен орать. Ебать, я конча, блять. Меня забыли вытереть об трусы, он должен орать. Батя хотел салфетку, но кончил в маму. Бля, здесь конченый, клянусь. Ебаное животное портит все вокруг. Обосрал зачем-то стенку, ты в натуре конченый, а? А как мне, типа, я не пойму немножко. Оу, ва, блядь, ебать долбоебище. Опа, опа, а! Та за шо? Та за шо, дядя? Ха! Ебать конча. Ха! Ее, я конча, хоу. О, блядь, неужели попал, боже. Вот это было сложно сейчас. Эй, хоу, блядь. Оу, ёбище, и тут вандализм будем заниматься. Слушай, эта игра вредная, она провоцирует заниматься вандализмом. То есть порчей чужого имущества. На кой-то хуй уебан, блядь, внутри офиса нарисовал эту залупу. Я не понимаю, зачем. Разбил окно. Пиздец, блядь. Я понимаю, мы бы играли за какого-то, знаешь, вот, как прототип, например, какого-то мутанта, который уже отчаявшийся в жизни, но, в принципе, уже, как бы, не человек, он чудовище, да? У тебя там из рук вырастают, блядь, какие-то щупальца, еще там что-то. Ты уже можешь людей убивать, там, блядь, можешь там все, что хочешь делать, можешь окна все сломать в городе. Ну, когда ты обычный, сука, подросток, блядь, катаешься с их залупных, бля, коньках,
Тебе в это время абсолютно похуй, что у тебя там с родителями происходит, да? Тебе поебать там, что, блядь, что тебе на работу надо или не надо, там, ну, типа, где деньги брать? Тебя вообще не ебет, да, как я понимаю? Он, бля, просто, прикинь, в это время в полиции сидит где-то за какую-то хуйню. Что-то поднасрал жителям, его посадили. А потом он сбежал и еще больше насрал. Он, бля, все стены нахуй разукрасил, мразь. Сломал окна. Ну, это вообще пиздец, я в ахуе. Просто, бля, ходячая катастрофа. Таких людей надо реально сразу сажать. Ну, чтоб, блядь, меньше нервов было и... Ну, это просто пиздец. Игра реально учит вандализму. Вандализм просто. Я не знаю, что здесь полюбилось 95% людей. Во-первых, графика просто мертвая. Посмотри на это пиздец. Смотри-ка, чё. Хуй во чё. Ха! Что такое? Нанда то! Шикарная стенка. Ты, уебище, не трожь стену, сука. Мразь, блядь. А ну покажи-ка мне... О-о-о. Не, мне эта игра уже не нравится. Ну, блядь. Да ёб твою мать, нахуй! Я никогда не любил вот этого долбоёба. Вот у нас, например, на зданиях тоже какую-то хуйню рисуют. В натуре конченые или что? Вот это просто люди... Либо зажравшиеся, я не знаю, из богатых семей что-то. Вот ему, сука, некуда потратить деньги, некуда время свое тратить. То есть ему не надо беспокоиться о еде, да? О заработке. Ему вообще похуй. Он, сука, купил баллончики, как долбоеб ездит на роликах и все стены пачкает. Еблан бездарный. Он думает, что эти высеры, какие-то там буквы закорюченные, как будто интересные, реально? Всем абсолютно поебать. Что там, блядь, танцует долбоеб. Прыгает, блядь. Стену марает. Просто конча ходячая. Вот что это насрал, а? Что ты насрал, дядя? Пиздец. Во-первых, вот такие всякие рисунки это... Так, какой-то еще еблан прилетел. Все эти рисунки это приверженность к каким-то бандам в основном. То есть их рисуют какие-то банды, понимаешь? Если ты это говно видишь, то знаешь, здесь какая-то банда работает. Наши другие подозреваемые уже шастают снаружи. Иду на контакт. Какой, блядь, половой? Сейчас устроим. Черт, кто? Я? Может быть, ты? Ха. Я их задержу своей отсталой графикой. Ох, нихуя себе. Опа, блядь. Сейчас мы их затанцуем до смерти, как я понимаю, правильно? Ебать, я нахуй камикадзе в натуре. О-о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 . Неужели адекватный человек нашелся? Меня уебал конкретно, чтобы я больше не выебался. Ебать, это как так, слышь? Дядя, блядь. Тебе можешь уебать? Увернулся. Опа, нахуй. Сюда, тварь! Как тебе такое, Илон Маск? Опа, нахуй, сюда, родная. А я уже научился драться. Опа, как тебе? Опа. Опа, жопа. Пойди сюда. Да еблять твою налево. Блять, почти... Поебал, луна! На пенек сел, косарь отдал. Правильно. Рассуждаем верно, так сказать. Да, как он говорит. Закрой себе баллончиком нахер. Займи легалку, я попытаюсь дверь открыть. Каких легалок? А это кто? В смысле, она что стоит? Чё? Чё происходит? Каких легалок? Ты о чём, дядя? Вообще ебанулся. Я летаю и воняю, прикинь, моя деятельность. Мой род деятельности, я летаю, засираю стены говном и воняю при этом, ебать. Мечта подростка. Ты еблан, ты в драке находишься, какие рисунки? У него что, от вида такого рисунка, бля, сердце остановиться должно или что? От вида такого уебана, который бездарно тратит свое время на вред обществу или как? У него должен, блядь, перекосить ебало от такого бреда. Хуяси, Илон Маск завидует. Это что такое? Ха, бля, прикинь, нахуй полетело на ракете. Я в ахуе. Че это происходит? Ты до этого сломал бетонный потолок метровой толщины. А для тебя какая-то дверь проблема? Серьезно? Рили?
Тебе кажется, можешь доверять троим. Ебать, ты конченый. Мы уже, считай, в одной команде. Да-да-да, уже целых 5 минут общаемся, охуенно. С тобой в команде. С тобой в этой команде, о мой бой. Трайс, я хочу тебя, Трайс. Долбоёб, что ли? Ух, какой горячий. Мы на весь город прогремим. Чисто банда долбоёбов. Конкретно прогремите. Две мрази, которые портят имущество, ломают здания и, блядь, какой-то хуйнёй занимаются. Вытащи нас отсюда, живём. И фигня вопрос. Блядь, чисто конч. Если бы ему завтра нужно было на еду работать, блядь, он бы такой хуйней не занимался. Это просто от безделия, от того, что нечем заняться людям. То есть максимально долбоёб. Он не знает, чем заняться так, чтобы не вредить обществу, не привлекать к себе внимание полиции. Он просто не знает, чем заняться. Он как долбоёб себя ведёт. Он не может придумать ни одно нормально интересное занятие для себя. Понимаешь, в чем проблема? Чисто растет долбоёб, на которого забили хер родители, видимо. На которого хер все забили. Он, блядь, сам себя как хочет, так и развлекает. При этом связался с какими-то уебанами, видимо, бандитами. Бля, ебать графика. 2023 год. 2223. А, ну пластинка, типа. Бля, прикольная затея. О! Ну, расплата, конечно, слишком жестокая. Слишком жестокая, я согласен. Это слишком жестоко. Наказание несоразмерно проступку. А, подожди, это нормально, что они хотели прыгать в речку. Я тебе просто объясню прикол. С такой высоты ты не прыгнешь в воду, ты умрешь. С такой высоты прыгнуть в воду равносильно тому, что уебаться об бетон. Примерно. Ты как минимум переломаешь все ноги. Как минимум. Как максимум тебя разъебет просто, блядь. Ну, если ты неправильно еще, не дай бог, ударишься, упадешь в воду, не чисто в атаку, да, как, например, в атаку упадешь, допустим, или боком как-то, тебя так разъебет, как будто ты упал на бетон. То есть, чем выше, тем больнее падать в воду. О, блять, нахуй. Чисто уебаны, которым не надо ходить на работу. Вот. Что, к чему это приводит? Разгульный образ жизни, так называемый. Надо было спросить, пойдем еще стены обосрем. Проснулся наконец? У тебя же голову оторвали нахуй. Наше новенькое логово. Где? На крыше? Бля, графики в ахуе просто. В GTA, клянусь, была графика лучше. Квадрокоптер, нахуй. Это в натуре не голубь, это квадрокоптер. Он более квадратный, чем квадрокоптер даже. Вот, знаешь, знакомься с командой. Тупая пизда неработающая, которая только засирает стены и, блять, занимается проституцией. Хай, меня Белл зовут. Я проститутка. И думать забудь. Да нахуй она нужна, мне даже бесплатно не нужна, не то что за деньги. Она замужем за телефоном своим. Да, ну я понял, что она конченая. Ты так понимаешь, что если девушка с такими уебанами вводится, то это, блядь, понятно, нахуй, заблудшая душа. Все, до свидания. Вычеркиваем из списка сразу, конченая. Клеймо конченое. Ты без башни как-то глупо выглядел, поэтому я тебе новую раздобыл. Новую голову, в смысле. Ебать, это что, блядь, киберпанк? А, он бы еще бензопилу ему туда прикрепил, было бы как в аниме. Бензопила. Это реально с аниме спиздили, алло. В смысле, это плагиат же на аниме, у него похожие очень черты. Что за прикол? Они реально с аниме спиздили, аниме бензопила этот. Человек бензопила. Это что, это же я? Умер? Ага, Потерял голову, так сказать. Мне кореш подогнал для тебя стандартную робо-голову. А, это в натуре киберпанк. Ебать. Сгодится пока, а потом мы голову в фаух вернем. Обычное дело в нашей дне. Охуеть. Бля, в ахуе. Обычное дело, когда в 2235 году ни одного человека, когда в массовке сзади нету в игре. То есть игра абсолютно пустая, мертвая. Как этот кал мог набрать 95% положительных отзывов, я не пойму. Для меня это загадка. Люди настолько ебанулись, либо это какие-то накрученные отзывы, я не пойму. Ну, либо, блядь,
Люди какую-то хуйню страдают. Это реально же говнище просто невероятно. Робо голову каждого второго в новом страдали. Блять, вы каждую вторую стену мрази загадились говном, блять, которое потом очищать надо. Парашу эту обрыганную смывать каким-то образом. Это ж краска, она не просто смывается, она же, блять, пиздец как въедается. Ты робо-долбоёб, я тебя назвал. Чисто вот три уебана собрались, которым заняться нечем. То в полицию не попадают, то стены марают. Вот их все занятие. Пиздец. А, еще что они делают? Еще, блядь, прыгают там на улице что-то. Еще на коньках катаются, создают аварийные ситуации. Правильно, правильно. Это пиздец. Просто, бля, отбитые, отсталые, нахуй, бесполезные. Не то, что бесполезные, они еще и вредящие обществу, эти три долбоеба. Мне противно за таких тварей играть. От них ноль пользы, ноль каких-то позитивных эмоций, потому что они только вредят. Бесцельно причем. Я понимаю, если бы они были каким-то... Какую-то цель имели, да, например, не знаю, блядь, захватить все улицы, да? Типа что, это давало бы им какую-то реальную власть. Но это же нихуя им не дает. Просто ради своих ха-ха-хи-хи, блядь, разукрасили все стены уебаны, разбили все окна. Типичные хулиганы. То есть мы играем за каких-то тварей конченых. Мразей безнравственных, безмозглых. На, вот возьми. Пиздец. Белл тебе покажет, что к чему. Да, бля, нахуй мне эта твоя Белла брыганая, она же проститутка. Я со шлюхами не вожусь, но она, бля, типичная ебанутая. Выпей, бля, успокоительно, что тебя трясет, нахуй, всю как алкашку. Надо тебе знать, как правильно использовать рывок, нажми спаки в воздухе и, бля, иди ты нахуй. Спуки, блядь. Пиздец. Бля, может, делом займемся каким-то, я хуй знает, ну, типа... Мне кажется, реально пойти в компы поиграть намного полезнее, чем вот этой хуйней заниматься. Перила не для этого сделаны, долбоёбы, прием. Перила сделаны как бы не для этого, дядя. Я не понял. Спаки же я нажал, нет? Я ничего не понял. Я нихуя не понял, подожди. Нихуя не понял. Ау! Да, еще раз покажу, нихуя не понял. Ага. Я понял, что ты конченая шлюха. Что нажимать, дебилы? Спаки я жал, это шлюха. Ну просто, блядь. Просто переехать на ту перилу через прыжок, я понял, блядь. Че им мозги ебут? Тут она просто едет, как кобыла дырявая. А тут типа спаки надо. Да ёб твою мать, я просто промазал. Так-то я попал, как бы я перепрыгнул уже. Просто промазал немножко. Спаки. Бля, долбоёб, лети дальше, ёб твою мать. Он не летит. Он не летит. Он не хочет. Ебать, обдолбыш, клянусь. Алло, он не летит. У него пердежа не хватает. Да, блядь, ты конченый. Сука. Ох, ебать. Она не толстеет на глазах или что с ней? У нее рука к жопе прилипла, помогите. Сразу скажу, шутка непростая. А, что? Шутка непростая, штука непростая. Ебать ты нахуй, Спайдермен. Да иди ты нахуй, блядь, ты че? Хребанулась! Смотри, они мало того, что... Они создают аварийные ситуации, портят имущество, гадят, попадают в полицию, ломают все нахуй на своем пути, перила своим говном царапают. Прикинь, ноль пользы в их действиях. Вообще, только вред идет, причем бессмысленный. Это пиздец. На столб на какой-то хуй, блять. Это же вот, ну, как бы... Вот это же провода какие-то, это же электрические, смотри, это ламповые провода.
Ты прикинь, какое-то уебище будет. Да ебать девочку, молодцом. Какое-то уебище по проводам будет, прикинь. Ну, это пиздец, сколько они негатива составляют. Сколько из них негатива идет от их долбоебов. Бля, я не хочу делать, все. Меня эта ваша конченая шайка-лейка, блядь, заебала. Чисто пиздец, сколько негатива. Ноль просто пользы, прикинь. Люди созидают, что-то строят, да. Что-то создают, блядь. Или просто играют, да, никому не мешая. Здесь же это просто пиздец, какие-то вандалы. Мне не хочется за них играть, они противные. Они мерзкие и конченые. Эти еще и сплагиатели. Сделали бензопилу, только не вперед у него торчит, а назад. Это из-за аниме чисто башка, вот посмотри на него. Пиздец похож. Да успокойся ты, бля, выпью успокоительного, заебала мать. Короче, в пизду эту игру. Все, короче, на этом мы закончим. Бля, максимально негативная игра. Просто все на своем пути ломаешь. Я не удивлюсь, если они потом, бля, по головам людей начнут прыгать. Просто их будут ломать или драться с кем-нибудь. Это будет задание побей 15 человек, бля, что-нибудь такое. Короче, полная хуйня. Графика просто, я не знаю, 2003 год, наверное, была лучше. GTA 2, там графика лучше. Или 3 GTA, какая там, Vice City. GTA Vice City, реально, графика лучше, чем тут. Как это возможно, блядь, 2233 год? Вы что, конченые разработчики, нахуй, что такое, блядь? В жопу эту стилистику, конченая вообще. Ну типа, блядь, стилистика, конечно, хорошо, но ты видишь, что массовки нету. Ничего нету, то есть пустые улицы. Все пустое, мертвый город, ничего нету, блядь. Просто прыгаешь по этой залупе. Игра, короче, полная хуйня, я не знаю, как она набрала 95% положительных отзывов, это невозможно. Может, ее чисто какие-то поклонники жанра понаставили. Интересно. Напиши свое мнение в комментариях. Мы на этом закончим эту игру. Я больше не буду проходить чисто на один раз. Вся ссылка будет на плейлист с такими же играми одноразовыми в описании под видео. Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Не забудь поставить колокольчик на все уведомления. Не забудь подписаться на Boosty. Там выходят реакции на аниме. Сейчас мы смотрим Bleach второй сезон. Вторую часть второго сезона, получается. 16 серия сейчас выйдет скоро. Поэтому подписывайся и будем смотреть вместе. Все, на этом всем до встречи, всем пока.